Контракт администрации Великоустюгского района с исполнителем на устройство ледовой переправы заключен. Уже сейчас ведется подготовительная работа, идет срезка берегов, планировка и примыкание ледовой переправы. Сроки устройства ее в первую очередь зависят от погодных условий. Будем надеяться на быстрый и надежный ледостав. Если не будет таких катаклизмов, как в прежнем году, то подрядчик готов работать. Техника, оборудование, помпы, все, персонал, все в готовности, все ждут, когда можно будет приступать к наливке. В этом году, как и прежде, в Великоустюгском районе будут открыты 4 муниципальные переправы через Северную Двину в районе Кузина, в поселке Полдорса через реку Сухана, в районе деревни Первомайская через реку Луза и на реке Юг у населенного пункта Ольховка. Вызывает опасения спасателей тот факт, что сразу же после покрытия рек района льдом люди на свой страх и риск пойдут по нему. С одной стороны, их можно понять, ведь жителям заречной стороны необходимо попадать в город по личным делам, на учебу или на работу. Но с другой стороны, выход на неокрепший лед может закончиться трагедией. Уважаемые устюжане, началось интенсивное образование льда на реках района. Выход на неокрепший лед опасен для жизни и здоровья. Также не стоит подвергать опасности свою жизнь, выходя на неокрепший лед водоемов внутри города Великий Устюг. Спасатели еще раз напоминают о запрете выхода на неокрепший лед. Это может привести к печальным последствиям. Год от года на водоемах проваливаются и гибнут сотни человек по всей стране. В этом году печальная статистика уже пополнилась именами 2 детей, которые решили покататься на коньках по льду водохранилища в Челябинской области. Оба ребенка погибли. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.